Ограниченная серия. Будет собрано всего 4 таких автомобиля, и каждый из них будет являться вершиной инженерной мысли Кёнигсег. 5-литровый V8 с 2 турбинами способен работать и на биотопливе. Так, при работе на E85 85% этанола двигатель выдает пиковую мощность на валу в 1018 лошадиных сил при 7000 оборотов в минуту. Специально добавленное заднее антикрыло вжимает 20-дюймовые колеса в асфальт и помогает разгонять аппарат до 96 км в час за 2,8 секунды. Покрытие кузова светлым лаком позволяет оценить точность и изящество подгонки деталей из углеволокна, создающие удивительный эффект. Окраска в контрастные цвета придает автомобилю пугающе дорогой внешний вид. Центральный перехватчик 1. У нас для вас особо опасное задание. Перехватчик 212 решил сыграть свою игру. Нам необходимо остановить его и захватить. Вам предоставляется любая поддержка во время этой операции. Желаю удачи. Полоса с шипами развернута по ходу движения. Выполнено. Дорога впереди перекрыта. Всем нарушителям прошел перекрытие. Нужна помощь. Всем соблюдать осторожность. Это перекрытие. Мы готовы заблокировать участок. Подтверждаю. Заграждение будет прямо перед вами. На связи босс. Нарушитель совершил столкновение. Полоса с шипами установлена. Покинуть дорогу. Направляется под мост. Указанной позиции. Поступ на связи. Подтверждаю попадание. Всем постам. Приборы зафиксировали резкое ускорение нарушителя. Будьте начеку. Достать его для допроса.